Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем в криминалочку на серии душевной ролиплей, сервер ютуберов. Итак, сегодня мы поедем снова в казино, попробуем поехать. Я посмотрю, там вообще есть народ, нету. Потому что нужны баблинские пацаны, у меня всего лишь 300 тысяч, там в банке, по-моему, что-то есть. 1060. Но, блин, меня только что убила моя же машина, пацаны. Нормально, все нормально. Каждый день такое вижу. Как кого-то убивает его же машину в гараже. Пиздец, конечно. Так, сейчас МПшка будет. Давайте поучаствуем. Красные лапки надо поднять. Го МП. Так, король М4. Давайте попробуем баблинского поднять заодно. Как раз же. Так. Ну, людей, конечно, здесь немного. Но все же, блин. Давайте поучаствуем. Я думаю, это не будет лишним, в принципе. Поэтому поучаствовать, думаю, стоит. Ну, короче, подождем, пока все соберутся, и уже тогда продолжим. Так, все, всем удалили 2000 патронов. 2500 патронов М-ки. Как разморожу, гоу. Окей. Так, начинается мяско, короче. Так, я не знаю, в кого стрелять, правда. Бля, у меня сзади стреляют. Че, дядя, ёпта. Давай перезарядку подожду, пока у тебя будет. А теперь лови от меня подачку. Бля, у него скиллы по-любому есть, у меня нету. Так, ждем перезарядку и хуярим по нему. Бля, у меня хп вообще на донышке. Бля, ну пиздец. У меня скиллов нету, блядь. Он может передвигаться и стрелять, я не могу. Но мы все равно появились в доме, поэтому нормально, что. Разнообразие немножко. Должно быть в сериях, поэтому я думаю, МПшка была не лишняя. Так, надеюсь, меня сейчас машина моя не убьет, пожалуйста. Спасибо, блин. Во, я, кстати, мод на диске установил. Теперь вы увидите в полной красе мою малышку. Так, сигналим, выезжаем. Все, заебись. Ну и такое бывает, да. Сука, пиздец. Только я так могу сделать. Так, мне дали, короче, спаун. Бля, ну это было угарно. Типа машина колесами танцует, типа. Да. 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 Так, фикс-карта, по-моему, можно подписать. Как можно мою машину забрать? Верните мою машину, пожалуйста. Эй, жизнь, боль. Так, ММ. Команды. О, моя бричанка. Спасибо. Так, закрываем. Я, пожалуй, отъеду и потом уже... Оп, все, заебись. Теперь можно ехать в казино. Ну, либо еще куда-то. Кстати, может там прикид наш изменить, но денег у нас не особо много, поэтому... Наверное, нет. Лучше поедем в казик. Сейчас посмотрим, если там машины стоят возле казино, то зайдем. Чтобы не тратить наши кровные 5000, в принципе. Так, а может какую-то банду вступить? Ну, есть кто-то из лидеров. ПП, ФСБ, СМИ, ОПГ, Тамбовская. Ага. У меня даже, по-моему, телефона нету. Ну, ладно. Поехали, да, в казино. Так, я посмотрел, возле казино вообще никого нету, ни души, ничего просто. Понимаете, ни машинки, ни человека, ничего нету, короче. Поэтому давайте съездим в автосалон. Я не знаю, я могу иметь две машины или нет. Но что-то дешевенькое я бы купил, чтобы разнообразить свой гараж. Потому что, да, Сугурбан это хорошо, но хочется что-то еще. Может, какой-то мотик недорогой можно будет купить. Поэтому давайте поедем посмотрим. Так, черная приора, когда за тобой едет, немного опасно. О, Лада седан, баклажан, только это золотая. Че, на штамповочках черных солидненько выглядит, короче. Так, паркуем наш бричан. И погнали в автосалон. 5000 вход стоит. Так, идет набор Подольская. Так, может мне на туре в ОПГ вступить, пацаны, а? Правда, я, блядь, стрелок из меня не очень, как вы знаете. Но можно было бы вступить там. Какие-то РПшки и
так далее. Так, может что-то дешевое. Так, 600 тысяч стоит кабан. Дороговато. Так, так, так. Нам нужно что-то в районе, блин, 200 тысяч. Есть такие здесь цены? Я просто не помню, реально. Так, 300 тысяч стоит. Не, ну, ну... Я хотел себе машину не на такой степени дешевую. Так, можно, кстати, тоже приору купить. О, можно семерку купить, пацаны. Реально, давайте купим, наверное, семерку. Черную семерку купим. Реально, купим черную семерку. Если я могу себе это позволить. Я не VIP-игрок. Да, обидно. Вот сейчас было обидно. Я хотел себе семерку. Ну ладно. Ну блин, подавать сугурбан, чтобы купить семерку. Нет. Я думаю, это не стоит того. Я бы взял себе семерку как вторую машину, чисто там. Может, еще какой-то проект бы сделали, там, тюнинг, все дела там. И так далее. Ну а так, смысла продавать сугурбан ради семерки, ну такое. Так, Подольская, GPS, смотрим, короче. Так, нелегальная организация. Подольская. Все, поехали в Подольскую, попробуем вступить туда. Я не знаю, получится у нас это или нет, но, блин. Потому что шляться просто по серверу, знаете, такое себе дело, поэтому давайте пробуем вступить в какую-то ОПГ. А именно Подольская ОПГ какая-то здесь. А, вот она здесь находится, окей. Так, ага. Ну я не буду заезжать сюда, наверное. Извиняюсь, пацаны, за помехи. Точнее, за шум, потому что у меня сейчас жесткий гром. Уже второй день похода просто какая-то конченая. Так, добрый день. Здесь проходит собеседование. Да, я к вам. Так, Ми засунул руку в карман. Ду рука в кармане. Ми достал паспорт. Ду паспорт в руке. Паспорт в руке. Ми передал паспорт человеку напротив. Так, все верно. Так, do process. Так, пас 42. Бля. Бля, у меня паспорта нету. Бля, у меня даже паспорта нету. Ёб твою дивизию. Я манал просто. Так, сейчас быстренько получим паспорт и попробуем еще раз вступить, короче. Так, можно мне тут припарковаться? Спасибо. Все. Папочка приехал. У меня вообще скин подходящий, кстати. Бандита такого прям опасного. Особо опасный просто надпись. Так, паспорт. Спасибо. Теперь можно идти и попробовать еще раз вступить. Я, в принципе, все отыграл, но я спешил там немножко неправильно, но в целом нормально. Ладно, все, погнали обратно туда. Онлайн, кстати, неплохой, пацаны. Заходите, тоже играйте и вводите мой ник при регистрации обязательно. И все ссылки в описании, короче, IP, группа, модпак и так далее. Все, короче, все есть в описании, что вам нужно. Все, я прошел наконец-то, блин, я ответил на все вопросы. Так, решил, ты нам подходишь. Блин, прикольно, кстати, у них тут собеседование проходит. Так. А, окей. Так. Во. Заебись. Так, что у них тут есть? Гелики там и так далее, да? Давайте скриншотик вот такой замутим. Вот так вот, в принципе. Так, давайте посмотрим, что у них тут вообще в середине находится. Я просто никогда не был здесь в ОПГ. На этом сервере. Поэтому давайте посмотрим, что здесь и как. Так, заходим. Прогрузочка идет. Так, патроны, наркотики, деньги есть у нас. Ага. Окей. Так, это у нас общак получается. Это у нас кухня. Ну, честно скажу, я знаю, где этот интерьер. Я видел уже. Да и думаю, многие тоже знают, откуда этот интерьер взят. В принципе. Поэтому не будем к этому придираться, короче. Машину я не знаю, тут что парковать или нет.
где лучше. Хотя недалеко здесь живу, в принципе, смысла парковать нету. Можно взять мотоцикл. Хотя ладно, нахрен мне мотоцикл, в принципе. Так, это наши тоже машины, типа у нас 3 кабана, 4 гелика, 2 мотоцикла. Ну, нормально, чё. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите обязательно на сервер, играйте, вводите мой ник при регистрации, IP, группа Modpack, все есть в описании. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside, I was from the north.